Нападение на инкассаторов в Одессе. Накануне вечером неизвестные с оружием ограбили машину, которая забирала выручку из пункта обмена валют. Все произошло на улице Софиевской, прямо в центре города. Грабители подъехали на иномарке, обстреляли из пистолетов экипаж инкассаторской машины, забрали сумку с деньгами, в ней было более 3 миллионов гривен, и скрылись. Все это произошло за считанные минуты. Двое мужчин получили ранения. Один из них до сих пор находится в реанимации. Он без сознания, потерял много крови, поскольку повреждена бедренная артерия. Сейчас полиция ищет нападавших. Пострадало два сотрудника частной фирмы, которая занимается инкассированием частных пунктов обмена. Ранение обоих сотрудников. У одного в пятку, у второго в бедро. Преступники двигались на автомобиле иностранного производства. В городе в настоящее время введена план «Сирена».